Нарьян-Марская рок-группа «Living Sorrow» презентовала свой первый альбом «Крылья» в одном из ночных клубов города. Группа «Living Sorrow» была основана в 2009 году, тогда еще школьниками Геннадием Филипповым и Никитой Антоновым. На творчество ребят вдохновила группа «Linkin Park». И 9 сентября 2009 года начался отсчет творческого пути. Изначально группа была создана в 2009 году с этим же названием. Просуществовала она до 2012-го, и спустя долгого перерыва, наверное, пятилетнего, мы решили создать вновь эту группу и прийти к истокам. Школьный проект перерос в более серьезное увлечение. Ребят стимулировало то, что в городе нет подобных групп. Началась долгая и кропотливая работа над созданием собственного материала, подготовкой к концертам и, самое главное, над записью дебютного альбома. Группа «Living Sorrow» выступала на основной сцене города на День молодежи, День округа, а также на фестивале «Сила Заполярья». В новом альбоме «Крылья» ребята собрали различные музыкальные жанры, которые придутся по вкусу многим слушателям. Сегодня рок-группа «Living Sorrow» принимает участие в проекте «Наши 2.0». Проект проводит «Наше радио». Проект «Наши 2.0» туда посылают свои записи группы российские, соответственно. И там проводится конкурс, либо побеждать в каких-то номинациях. И главный приз – попасть на фестиваль «Нашествие». То есть, если на по голосам... фестивале ведущих площадок России. Все жители округа могут поддержать местных ребят путем голосования. Проект дает возможность молодым музыкантам заявить о себе, попасть в федеральный эфир нашего радио и на крупнейшие музыкальные фестивали. Александра Бобрикович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».